Долгие годы прямо на проезжей части Сармановского тракта шла бурная торговля сельхозпродуктами. Сейчас это место не входит в перечень официальных площадок для таких ярмарок. Ее перенесли после многочисленных жалоб жителей, которым не нравилось столпотворение машин и кучи мусора. Однако фургоны с картошкой никуда не делись. Между тем, на этом отрезке дороги, начиная с улицы Жукова и до набережной Челнинского проспекта, действует знак «Стоянка запрещена, работает эвакуатор». За игнорирование требований данного дорожного знака водители будут привлекаться к ответственности в размере штрафа 1500 рублей, а также в случае отсутствия водителя на месте автомобиль будет помещаться на специальную стоянку. Если вы найдете, форгат платный. Инспекторы приехали на Сармановский тракт в самый разгар торговли в субботу. На владельцев транспортных средств составили протоколы. Одну легковушку, которая, судя по посуде за стеклом, уже превратилась во временное жилье, увезли на спецстоянку. Рейды продолжатся, предупредили в ГИБДД. Светлана Фардеева, Василий Киселев, новости Татарстана. Стал очевидцем события и хочет, чтобы о нем узнали? Присылай фото и видео, а также вступай в нашу группу ВКонтакте «Мобильный репортер 24».